Чувак, это мой любимый ножичек. Ты вас, для этого быстренько, быстренько пошел. Все, да, малышка, ты моя. Ты что, на приколе? Слушай, ты хочешь открыть два оригина? Да. Продать свой инвентарь. Подожди, ты думаешь, это шутка? Ой, браточек. Нет, не смей. Как сладенько. Он залетит за 0.03. Ставь запрос. Реально, вообще, я продал. Киргоза 0.03. 0.03, давай быстрее. Быстрее, Киргоза 0.03. Все, я продаю, я продаю. Ты мне больше не друг. Здорово всем, ребята! С вами огромный Болткин ДПК и маленький ШляпК Тик-Так. Поздоровайся! Всем привет! Я огромный Болт! Нет, я! Прямо сегодня, леди и джентльмены, будет ваша самая любимая рубрика, в которой мне дадут! А знаете, что это за рубрика? Тик-Так, расскажи! Дорогой, когда бы я буду давать задания кентухи, и он обязан будет их выполнять. Он должен будет выполнить все мои задания. Если я ему скажу, продай кирбидгоза 0.03, а он должен будет его продать, ты понял меня? Нет. Стоп, продай кирбидгоза 0.03. Нет, ладно, я пол. Ладно. Понятно, что ты будешь делать. Короче, братва, прямо сегодня видео всегда говори да. На любое задание Тик-Така я должен говорить да. Что там, братик, прожми прямо сейчас лайк, подпишись на мой канал. А мы начинаем? Тик-Таки, Макс. У Тик-Так зависла, анимация зависла. Смотри, как анимация, как в стендофе. Ну что, малышка ты моя, ты готов выполнить первое задание? Конечно, готов, надеюсь, оно будет изичное. Ты хочешь его выполнить, малышка? Да, брат, это же первое задание, изи-гадочка. Хорошо, заходи на рынок. Стой, не нажимай. Стою. И пятый скин, который будет по очереди, ты должен будешь купить прямо сейчас. Давай, родной. А если это Кирголд будет? Покупайся, если будет Кирголд купить, значит. Ладно, давай. Пятый по очереди покупай. Подожди, это четвертый человек, ты сейчас считать не умеешь. А, блин, ну, давай четвертый, нет, это четвертый, не это хрень, братан, четвертый давай. В смысле, что ты сказал пятый? Оп, вот этот вот скин, давай, четвертый, я передумал. Передумал он, дорогулечки, ты моя. Подожди, а ты не хотел его покупать или мне показалось? Я хотел его, я его купил уже. Мне что-то кажется, что ты его не хотел покупать, поэтому мы его скидываем за 0.03. Что? Давай, а что ты сидишь? Ты возмущался. Я тебе всем рот налью за 0.3. Что? Заходи, через Кирвол зайдешь, я тебе сказал. Извиняйся. Все, сливай за 0.3, бегом. Да сливаю. Да слив. А то блин, не нравится тебе. Зачем я покупал? Ну что, малышка ты моя, второе задание. Скажи мне, пожалуйста, ты хочешь наклеечки постирать? Наклеечки? Да. Ну, просто... Ладно. Стирать парочку. Да, хочу. Аркан. Вот, не, да, не, вот, вот это стирать. Подожди, все, подожди. Стер. Все, выполнил задание. Выполнил. За то, что ты сейчас выпендриваешься, тебе надо уже две наклейки стереть. Чего? Что? А, ну хорошо, три. Ты что? Чувак, ты не наклей, я сейчас братабу сдам. Ты на расстояние почувствовал? Четыре. Все, хорошо, 4. А раз ты выбрал 4, значит мы стираем 4 наклейки с любого скина. На картовый венец покажи, что у тебя есть интересненького. Сотрем 4 наклейки. Малыш, Лиса, это не интересно. Смотри, самое интересное, что у меня есть, это... Сейчас я покажу, самое интересное, что у меня есть. Останавливайся, куда? Остановился. Куда? Выше покажи-ка. Да в смысле выше? Выше. Так, куда? Не, да там ничего нету. Куда? Там ничего нету. А куда? Куда ты пошел? Смотри. Алло. Ой-ой, залагала. Залагал. Все, ничего нету, смотри. О, стоп. Хорошо, ладно. У тебя такая, какая акырочка красивая. Что? Не смей. Давай, это подарок. Это подарок от твоих подписчиков, любимых. Братанчик, надо пожертвовать в честь контента. Не братанчик, стирай. А братанчик. Что? Ты хочешь стереть две наклейки, уже не одну? Так, блин, я ничего не хочу стирать. Подожди, сколько ты хочешь наклейки стереть, скажи? Одну. Хорошо, две наклейки стираем, давай, родной. Давай, выбирай две любые. Выбирай две любые наклейки. Так, стереть. Минус 500 г. И эта наклейка не считается. Мы стираем еще две другие. Что? Ты нормальный? Мужик, ты чё в сосну въехал? Давай так, смотри, я тебе даю загадку, если ты ее отгадываешь, давай. То ты ничего не стираешь. Ладно, но есть, стоит статуя, у статуи нету! Отгадал. Ой-ой-ой. Ну, смотри, подожди, если ты сейчас отгадываешь, ты ничего не стираешь. Ну, если ты не отгадаешь, ты стираешь все три наклейки. Брат, изи, я загадки все знаю, брат, у меня IQ... 63, погнали. Какой самый большой нуб-ютубер стендов 2 комьюнити? Самый большой нуб? Да, ютубер-нуб какой самый главный у нас в стендов 2 комьюнити. Сейчас, подожди, надо подумать. Ютубер-нуб, самый главный ютубер-нуб. Но это или Джент,
или скилл. Ладно, шучу. Ну, слушай, один, в принципе, неплохой. Подожди, подожди, давай, давай, без дров отвечай. Сам большой нуб. Ну, так без дров, да? Ну, смотри, я думаю, сам большой нуб — это Веля. Ну, слушай, братишка, к сожалению, ты немножечко ошибся. Самый главный нуб начинается на Кент, заканчивается АПК. И поэтому ты стираешь три наклейки. Нет, это самурай мой любимый. Да вообще, три стираби, вон. Серьезно? Слушай, Кентуха, а что там по новостям на булдропчике, а? В смысле, что по новостям, ты не в курсе? Вернули нашу любимую фабрику эльфов. Ну и это не все, братик. Добавили реферальную систему. Приглашай друга и получай бесплатно галдишку. Это же имба, прикинь. Потом, пацаны, я приглашаю всех вас посетить булдропщик. У нас сверху над моей башкой есть секретное слово, которое вы можете ввести и забрать свой приз. Тик-так, ты забрал свой приз? Брат, я уже играю, у меня ногами шпили уже. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Давай бегом. И, смотри, у тебя, ладно, даю тебе еще один шанс в пупу сломать меня. Да без проблем. Нет, родной, дальше стирай наклеечки, давай, быстренько. Давай, ну, чем дольше ты медлишь, тем больше потом... Не, мужик, это же не смешно, понимаешь, это же ни в какие ворота не лезет. Ты понимаешь, это был подарок? Я его купил. Влад, я его купил. Радуйся. Мне его слили по скидке всего лишь за 5к голды. Это минус 5к из-за тебя! Ну, братанчик, для подписчиков что, жалко? Вратанчик, вратанчик, не братанчик. О, вот так ты к подписчикам относишься. Заходи на аркану, бегом! Какой еще аркан? Сейчас сольешь мне ночь, сейчас будешь кингос сливать, извиняйся! Извини! О, хорошо, даю тебе следующее задание, готов? Фух, слушай, а что такие жесткие, это... За каждый раз, когда тебе лют в ЗБ, ты сливаешь нож за 0.03! Закладочка, твой любимый режим, давай, родной! Подожди, а сколько мне доиграть? Ну, слушай, с тобой сыграть или ты сам справишься? Ты, я думаю, я сам справлюсь! Давай, я буду наблюдать, я буду тебе дополнительные задания давать во время игры. Что? Да, мужик, это жестко! Каждый раз, когда ты погибаешь в закладке, ты должен сливать нож за 0.03. И причем рандомный, может, кингол даже выпадет. Такой еще рандомный, если мы так не договаривались. Давай, слушай, давай. Не... Ладно, все. Надеюсь, блин, меня играет киберы. Повезло, что 0.3 уже сейчас. О, повезло, мы уже почти выиграли, моя команда почти выиграла, смотри. О, слушай, реально. 4-0. Блин, ну, раз твоя команда выигрывает, тебе один раунд с диглом только поиграть надо сейчас. Только с диглом. Только с диглом. Сидеть. То есть мне надо ломать кабины, правильно? Да, смотри, ты минимум каждый раунд должен килл сделать. Один килл. Брат, ну это величайшее, величайшее. Давай, раунд... Каждый раунд килл должен быть. Смотри, сейчас будет голова. Чтоб ты не крысил. Хаешки мне половину хп подняли. Там типа твой отлетел. Мужик, тут киберы какие-то играют, киберы. Давай, родной. Там, смотрите, слева стреляют. Давай, давай. Давай, давай. Сейчас чел прыгнет. Сзади! Сзади! Сзади, чувак, сзади. Повернись. Да где? Да никого нет. Ты меня разводишь. Нет, чел, чизер. Все, нормально. Чувак, я дал килл уже. То есть я уже первый раунд миссии выполнил, правильно? Да, да. Ты можешь даже стреляться пока что. Вас двое осталось. А трое. Три на трое, нормально. В три ствола, братва, работаем! Чувак, ну давай. Я надеюсь, мои тиммейты сейчас все сделают без меня. Он был. А что, Ника? Видишь, там Ника? Ника, да, нет! Чувак, я такой косой, не могу! Не, нормально, чувак, вынесли. Конечно. Давай, последнего, если ты убиваешь... На нож. Последнего, если ты на нож берешь, то я тебе задание отменяю, давай. На нож? Да, ну ты должен на нож его взять. И тогда прощай тебе это задание, давай. Реально? Не играть. Давай, пошел. Давай, брат, сейчас попробуем. Я вижу на минимапе. Сзади. Давай на нож, Давай. Чувак, это кибер. Это кибер какой-то. Когда тебе, забыл сказать, когда тебе на нож режут, тебе надо слить киргол. Чувак, ну ты видел, какой это был фейл? Ну, я, да, как он узнал? Как он узнал, что я там? Куда ты на обратно вымон купил? Слышишь? В смысле, нельзя? А ты у меня спрашивал, М40 покупай. В следующем раунде ты должен попросить у команды дроп, они тебе сами скинут. Что не скинут, с тем играть будешь, давай. Так, брат, с М40 правильно надо целиться, правильно? Давай. И ты еще не забудь килл должен дать по-любому один. Нет, один килл легчайший. С М40 ты не умеешь играть, поэтому в этом раунде ты нож по-любому пробовал. Ты видел, там чел было, я прыгнул, ты там тайминг споймал. Тише. А что? Дал килл! Ну ты шар, ну ты шаровоз, а? Так, пацаны, плентим. У тебя... Пленти, Денис! У тебя...
Ладно, шучу. Смотри, в этот раз, в этом раунде, ты должен попросить у своих тиммейтов, чтобы они тебе скинули дроп. Дай... Какой дроп они тебе... Какой... Не... Ну, ты должен, не должен говорить какой. Ты просто скажи, дай дроп, они пиши. Пишут, дай дроп. Дайте дроп, они, они сами решат, что тебе скинуть. Они сами решат, что тебе скинуть. Ну-ка, смотри. Флешка! Дроп! О, смотри, смотри, не фил, АВМ сейчас скинь, походу. Давай, 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 брат, давай. АВМ, АВМ. Дигл! Да фуй! Идите вам в задницу с вашим диглом! Я его рот труба шатал! Нормально, прости, ты можешь попросить у него. Ты понимаешь, больше ничего не можешь. Брат, вот у него, да. Прости. Дай мне, пожалуйста, пожалуйста, плиз. Да! АВМ, АВМ! Да, брат, я на... Ему головой поработать, брат, дай АВМ! Он тебя вообще глок оставил. Все, с глоком, чувак, играешь, давай. О, слушай, мы почти выиграли. О, перезади за них потом. Да слышишь, чувак, ну это уже слишком жестко, я и так уже один нож попал. Ну давай, 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 играй, ладно, посмотрим там. А если на нож, на нож куда поднял? Минус нож! Подожди, от меня создание, правильно, на нож посажу? Да, 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 давай. Тише. Лежать! А! Я на шару! Чувак, я на шару, я даже не знал, что там есть! Чувак, меня пролагало, я просто не видел. Пролагало. Да в смысле пролагало? Ты же прикалываешься? А ты точно забрал или нет? Да! Ты я там его как ну пагли его забрал. Покажи, сколько хилов. У тебя должно быть 4, покажи, сколько хилов. Да нет! У меня должно было 3 быть. Чувак, ах ты бандит. Давай, я уже следующий погнали. Блин, какой бы тебе ножик слить? Какой тебе ножик слить? Вот этот, по-моему, нет? Вот этот хороший, да? Посмотри, посмотри. Да слышишь, он в сосну въехал. Ладно, чувак, давай так. Проси нормально, скажи, пожалуйста, скажи. Тик-такиш. Пожалуйста, тик-такиш. Ладно, брат, разрешаю слить тирголд. Ой, спасибо тебе. Ладно, фанг, фанг-ханг. Стой. Вау, это мой любимый. Имба, все. Все. Чувак, это мой любимый ножичек. 0-0-3, стань, давай, давай, 0-0-3. Снимай, 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 давай, быстренько, быстренько, пошел. Все, да, малышка. Чувак, а что такие жесткие задания? Это только третье задание? Я уже продал пол инвентаря. В смысле? Это даже еще не задание, это разминка перед заданием. Ага, зашибись. Это была разминочка, алло. Ну что, малышка, к следующему заданию идем. Готов? А, давай зайдем, стой, давай зайдем ты на... Я не готов! Знаешь, ты спросил, готов или нет? Как? Ты не готов? Ну, ладно, я знаешь, готов, чтобы я готов. Чтобы ты был готов, тебе надо продать 3 ножа. Согласен? Да все, я готов, отстань уже, отстань! Отстань своими ножами. Ладно, родной, смотри, знаешь, есть такая офигенная коллекция, называется Хэллоуин коллекция 2019 года. Не-не, чувак, даже не думай! Открой ее, пожалуйста, дорогой. Даже не думай! Ой, подожди, сколько стоит? 6100? Сколько? Давай купим за 6100. Ты что, гонишь? Одну штучку ради контента, малышка. Какого контента? 6к! Подожди, стой, 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 стой. Ты хочешь купить Хэллоуин стикерпак за 6100? Да, я должен говорить всегда да. Ты сейчас забыл? Давай, 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 братик, давай, давай. А ты хочешь где? Повернуть волыну. Что сделать? Повернуть волыну? Повернуть волыну. Может ты скажешь, что пранк? Сейчас ты две купишь штуки. Я тебе даю 3 секунды, иначе ты... Все, купил! 6! Заходи. Смотри, сейчас самое интересное. Заходи. Захожу. Заходи на хелпакич. Заходи на хелпакич. Не, мужик, ты хочешь, чтобы я его открыл? И сливай его за 0.03. Ладно, шучу. Ладно, отжимай. Не, ну реально, не шути так. Открыть. Открыть нажимай. И бусти только на рарки. Так и рарка, только на рарки, говорю. Зашибись. Спасибо, братик, спасибо! Только на рарки. Все, пробустил, пробустил. И то, что там выпадет, если там будет скин дороже 5 косарей, ты отдаешь мне. Давай. В смысле, слышишь? А тебе каким боком? Это за мою голду! Ты хочешь мне отдать этот скин, который выпадет? Да! Поэтому ты мне его отдашь. Все, считай до 5. Не, давай. Раз, два, три, говори. Раз, два, три. Кента ПК, дно, открывай. Раз, два, три. Тик-така, попой нагни. А, все. Следующее задание, ты будешь извиняться. Ты посмотри. На это нельзя без слез смотреть. Какая имба, посмотри на мои глаза. Когда, это твои глазки, когда ты выбил АВМ-бум. Ой, АВМ-бум, стикер-бум. Нормальный стикер, что тебе не нравится? Это тильт, это тильт. А, чувак, ты под тильт, значит, ты еще хочешь открыть, да, чтобы выпало? Да нет! Нет, точно? Не, нет, точно. Стики выпадет. Да не, не хочу ничего открывать, встань уже от меня. Слушай, а как ты относишься к удаленным кассикам? Очень-очень негативно. Очень негативно. А, значит, надо исправлять эту ситуацию. Поэтому мы очень, покупаем... очень позитивно, точнее. А, ну раз ты любишь, значит, мы по-любому должны купить их. Блин, неправильный ответ. Давай так, смотри, смотри. Сколько кассиков ты хочешь купить? Вариант ответа. Один. Вариант ответа. 10. 20.
100 или 2? Два. Ладно, давай так, а у нас выбери все удаленные кассики, давай. Ну давай, а какие там есть коллекции, я уже не помню. Rival, Fame, ой, этот, Fury. А, смотри, я просто контейнер выбрал, и все. Ой, ты сейчас. Смотри, а вот, кстати, гитбокс тоже в какой-то степени удаленный, да, родной? Ну это бокс, а мы про кассики говорим. Ну ладно, про кассики давай. Ну это, слушай, ну Origin, в принципе, адекватно будет, две штучки. Ты что, на приколе? Слушай, ты хочешь открыть два Origin? Да. Ладно, заходи на Origin, родной. В смысле, заходи на Origin? Ладно, прощаю тебя. Спасибо. Давай, два райвала. Я тебя буду сильно, не буду сильно душить, два райвала. Ого! Это мне сказали 100! Давай, купил. Дальше чем? И давай так, смотри. Твоя задача будет выбить нож. Если ты не выбиваешь нож с двух райвалов, то ты продашь себе свой инвентарь. А можно отказаться? Подожди, что ты прикалываешься? Весь инвентарь можно продать, ты же не слышишь, что я говорю? Я говорю, можно отказаться, пожалуйста. Ты должен говорить только да, алло. Если ты не выпьешь сейчас с райвела нож, ты продашь весь свой инвентарь, ты меня понял? Все, понял, выбей, окей. Выбиваю нож, все, пол. Слушайте, тик-так, а что будет, если я просто ливну из Дискорда и не публикую это видео? Ну ты же помнишь, что данные твоего аккаунта у меня имеются. Тогда я сам лично продам керамид гол. Ладно, все, я пал. Я делал бустер, мы любимые арканочки, и открываем, да? Куда стоять? Вышел из касика, бустит только на P350 ралли, не на что другое. Так вообще P350 ралли? Давай. Можешь еще вот так вот волыну поцеловать вот эту. А, волыну. Поцелуй, говорю. Дай. Поехали! Давай. Зашибись. 4 фамаса в колокол. Ой, имба. Разработчики, это подкрутка? Мне кажется, это подкрутка для меня. Подожди, почему? Да подкрутили мне. Ты видел, как много рарок выпало любимых? У нас остался последний кассик. Я предлагаю, давай его продадим от греха подальше. И купим Origin. Ладно, ты открываем, я понял. Давай, не дури головы. Готов? Конечно, ты меня сейчас спрашиваешь, алло? Смотри, если подает рарка, ты продаешь мне кирвол за 0.3, правильно? Если сейчас выпадет рарка, ты еще докупишь 10 штук. Хочешь? Нет. Ой, да. Да? Нет, подожди, ну я должен всегда говорить да. Ладно, все, я открываю. Давай. Стой, я тебя пропущу. Смотри. Бусатик так на танк. Хочешь? Легендарный. Мне нога замлялся. Легендарный бусатик так на танк. Ой. Дядь, у тебя вебка отключилась. У тебя вебка брала. Ладно, все, панель, открываем. Все, мужик, ну что такое? Давай, панель. Давай, пошла жара, мамочка. Выпадает. Статрек. Имбика. Ну такое себе. Ну что, малыш, готов к следующему заданию? Конечно, готов, когда уж закончится. Давай так, смотри, твоя задача выбить Акэр Драгон. Как ты его будешь выбивать, это не мои проблемы. Делай что хочешь. В смысле, из кассика или как? Делай крафт, открывай кассики, как хочешь. Нет, так с крафта, конечно, с крафта шанс гораздо выше. То есть давай, мне надо с крафта Акэр Драгон. Брат, ты не понимаешь, я эксперт по Акэр Драгонам. Это моя жизнь. Пернул или не повезло, что? Брат, ну я не знаю, понюхай, воняет. Пернул, опять, да? Дядя, это ты! Слышишь, ты воздух портишь, пердун! Давай, пердун! Я пердун сейчас, будешь извиняться! Извини. Чувак, а что так дура? 250 голдишки! А может быть и касик был бы лучше. Ну смотри сам, давай, делай крафт. Ладно, окей. Так, ну что, я надеюсь, мне повезет. Теперь мне надо самый дешевый 7 легендарок. Надеюсь, тебе не повезет. В смысле не повезет? Мне даже не повезет. Да, и ты от меня отстанешь, правильно? Я к настоящему жить прошел все эти испытания. Готов? Давай. Давай, ну сейчас тебе все равно точно не выпадет. Да выпадет! Да не выпадет. Я чувствую. Давай. Так. Давай. Акэр Драгон! Иди к папе! Акэр Драгон! Акэр! Ваш! Давай! Ё-моё, чувак! Опа! Я зарядку! Опа! Я беспроводную зарядку разбил! Упал телефончик! Чувак, я беспроводную зарядку разбил! Лотер не работает! Давай я тогда уже сразу распилим пополам! Че, дальше покупать? Давай ты купай, пока ты не выпьешь Акэр Драгон, давай! Это второй крафт, ты понимаешь? Второй! Давай! Раз, два, три! Прошу! Елочка, давай! Я тебе говорил! Фу, блин! Я тебе говорил, покупай только скорпион касики! Ты мне ничего не говорил, ты мне врешь, как хочешь, так и убивай! Ты что ты врешь? Касики, не касики, а точнее, скорпион скины! Зашибись! Стоп, подожди! А ты же не говорил,
Что на статрек? Египетская сила! Я статрек открываю! Ты же не говорил, что статрек! Я не говорил. Блин, ты вообще ненормальный, я сейчас выбью здесь. Блин! Поехали. Да! Первая попытка! Первая! Первая! Как? В смысле как? А вот так! Это читы какие-то вообще, дрожжи. Ага. Слышь, ты не наглей. Все, я прошел все испытания, скажи мне. Не, осталось последнее. В смысле? Самое главное испытание. Что? Ты должен продать свой инвентарь. Слышишь, что это за испытание? Подожди, ты думаешь, это шутка? Не, подожди, ты понимаешь суть всех испытаний, чтобы я в конце не продал свой инвентарь. А ты говоришь, последнее испытание, продать инвентарь. Ну, ты все, продай свой инвентарь. Все, реально продавать? Ты что, думаешь, что я дурной? Заходи на Киргол, быстро! Нет, ты не посмеешь! Быстро! Нет! Ой, браточек. Нет, не смей. Как сладенько он залетит за 0.03 мне в инвентарь, как думаешь? Ты шутишь? А? Ставь запрос. Нет. Ставь запрос. Ты реально вообще меня продал? За 0.03. 0.03, давай быстрее. Быстрее, Киргол, за 0.03. Все, я продаю. Я продаю. Давай, продавай за 0.03. Все, ты мне больше не друг. Ты мне больше не друг. Прощай. 5 секунд, точнее. 5. 4. Я считаю. Ты говоришь, отсчитывай! 5! Ну это очень жестко! 4! 3! 2! А кто разрешал тебе говорить? 1! Наводи на кнопочку создать, наведи на нее. Мне плохо! Нет! Готов, скажи! Готов! Стоп. Убери с кнопочки создать. Убрал. Накакал под себя, скажи честно, немножко. Ничего накакал, блядь, я сижу сейчас на куре, на куче из каханья. На куре ты сидишь? На какой куре ты сидишь, скажи мне? На курице. Давай, отменяй уже, ладно, я тебя прощаю. Не, мужик, но после этого ты мне больше не друг, реально. После того, что ты сделал, я должен подойти и тупо... А, ты падла! Ну что ж, мои уважаемые подписчики, я выжил! Я выжил после этой рубрики, того жесткой рубрики, а после него выживают не все. Пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. И самое-самое главное, кто хочет получить вот эти перчатки бесплатно, прямо сейчас приходите и подписывайтесь на мой телеграмчик, ссылочки есть снизу. С вами был ваш Кентуха и... Тик-так, 3СМ. Всем удачи, всем пока!